Полное описание и точки выхода первой и второй серии седьмого сезона сериала «Скорая помощь». Первая и вторая серии сериала выйдут на НТВ 18 ноября. После того, как Костя получил травму головы, прошло больше 5 месяцев, но память полностью к нему так и не вернулась. Он снова работает водителем, уверяя всех, что не готов вернуться к врачебной деятельности. И поэтому коллеги решают немного ему помочь, потихоньку начать втягивать его в работу на вызовы. Команда Тимофеевой спасает плотника, который случайно отрезал себе кисть циркулярной пилой. Арефьевой становится все труднее скрывать от коллег свою беременность. Рыжовый Влад, не обнаружив на вызове потерпевшего, вместо него находит мешок с драгоценностями. Люба с энтузиазмом воспринимает идею незаметной помощи Кости. К неудовольствию Соловьевой, которая даже ради благой цели не хочет прикидываться и обманывать. Первая и вторая серии сериала выйдут на НТВ 23 ноября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.